Прогулка по Америтинской набережной сегодня так же приятна, как и неделю назад. Свежий морской воздух, вокруг чисто и красиво. Гости курорта и местные жители отмечают, здесь успевают все держать в надлежащем виде, вопреки всему и даже стихии. Хотя работы природа, конечно, добавила. В выходные морская волна переливалась через набережную и уходила далеко за ее пределы. Мы как бы тут живем в отеле, прям рядышком, гуляем часто, видим как бы, ну, оперативно довольно все убрали. То есть, ну, по сравнению, как было, да, это все очень быстро сделалось. Я здесь гуляю каждый день. Разницы абсолютно не вижу, такой вот кардинальных изменений каких-то в плохую сторону. То есть все хорошо. Набережная вполне красивая. Осталась такой же прежней красивой, как и была. После урагана немножко песка было насыпано, но я понимаю, все, кто работает в определенных кафе, убирают участок около себя или, может быть, убирает администрация, как бы я не, точно не знаю, но набережная через 2 дня уже чистая. Шторм бушевал в Сочи почти 2 суток. Результат 6-бальной волны ликвидировали за 2 дней. Сочинцы говорят, сегодня о прошедшей стихии почти ничего не напоминает. Были приняты все меры, переведены все службы на усиленный режим работы. Вот. Когда случилась стихия, по Адлерскому району порядка 100 человек вышли на ликвидацию стихии. Было повалено порядка 40 деревьев. Вот, была размыта часть набережной. В то время как одни делали фотографии бушующего моря, другие практически по следам волны восстанавливали разрушения. Еще до начала шторма на дежурство заступили специалисты, а после его окончания здесь прошел большой субботник. Сочинцы, управление по курортам, торговли, наша администрация вместе с ТОСами, с казачьими дружинами, все вышли и убрали территорию. Все сочинцы понимают, что лучше жить, когда чисто, лучше жить, когда благоустроено. Ну и у нас много отдыхающих. Волны улеглись, набережная и улицы города приведены в первоначальный вид. Но сезон зимних штормов только начался. Когда будет следующий, заранее никто не может знать. Тем не менее, первый экзамен городские власти сдали на отлично.